Итак, друзья, взяла все посылки, которые мне пришли новые и которые я уже отметила, что их получила. Давайте сколько успеем распакуем, ну, в смысле, покажу, что там. Значит, 40 рублей. Заказывала 23 октября, пришло 13 ноября. Вот. Так, это у меня вот такие вот подушечки в обувь. Кстати, хотела заметить, что что-то Пандао мне перестает нравиться. Не знаю, разочаровалась я немножко после того, как у меня сгорели баллы. Причем непонятно почему. Вот. И, в общем, даже когда ты заказываешь у одного продавца, допустим, там две пары чего-то, он это кладет в разные упаковки. Так что у одного продавца я заказывала вот такие две пары, и они пришли в разных упаковках. Вот, собственно, тоже здесь 40 рублей. Тоже 20, ну, заказывала в один день, но пришли в разных упаковках. Вот, стоили 40 рублей за пару, то есть две штуки на две туфли. На две, ну да, на две туфли. Так, дальше. Дальше были 34 рубля. Заказывала 23 октября, пришло 13 ноября. Это у нас сережки. Кстати, я уже писала, что они пришли кривые. Вот, сейчас покажу вам поближе. Одна настолько кривая, что я даже не знаю, если я буду ее распрямлять, не сломается ли она. Вот. И, по-моему, мне даже вернули за них деньги. Там, сколько это было? 34 рубля. По-моему, 34 и вернули. Вот такая вот сережечка. Написано Love и снизу камешки. Вот. И вот это вот нормальная. А вот эта пришла вся гнутая. Не знаю, будет видно или нет. Вот сам штырек гнутый. И сама сережка вся гнутая. Сережки-гвоздики. Причем заказывала две пары. Это золотистые. Я заказывала еще серебряные. Они еще до сих пор не пришли. Вот, как бы и придут ли, тоже неизвестно. Хотя, как уже сказала, да, вот эти пришли достаточно быстро. Дальше, значит, здесь их должно быть тоже два, но я буду по порядку, как вот достается, так и буду доставать. 42 рубля, тоже заказывала 23 октября, пришло 13 ноября. Это у меня такой кулончик с буковкой. Кстати, очень, не очень хорошего качества. То есть, картинки абсолютно не соответствуют. Вот, но я, в принципе, написала, что все нормально, всем довольна. В принципе, я довольна. Вот. То есть, здесь такая красивая, добротная цепочка. Прям вот очень хорошего качества. Добротная такая, ну, крупная она достаточно. И вот сама буковка. Буковка П. И минус в том, что отверстие, да, через которое продета эта цепочка, оно находится во всей букве. То есть буква полая. Ну вот там, я не знаю, как вам показать, видно, не видно. В общем, вот она полая. И сама буква, она не металлическая, она пластиковая, то есть из очень плотного такого качественного пластика. Но всякий раз, когда вы буковку вешаете вот так, вот видите, всякий раз, когда вы ее вешаете вот так вот, она норовит перевернуться. Вот, возможно, я буду это место как-то заделывать. Но не знаю, чем и как. Вот, но, может быть, заклею как-то, потому что мне не нравится, что она болтается вот так вот в кругаля. Я думала, что буква будет именно в одном месте дырочка, чтобы она была читабельная, эта буковка. Вот, дальше.
Дальше мне пришли формы. Значит, тут я не знаю, будет видно, не будет видно дата. Заказывала 15 октября, пришли 13 ноября, ну, примерно месяц. 40 рублей стоили. Значит, две штуки. Не формы, а посуда. Это такие тарелочки. Тарелочки, блюдечки, как они там называются. Сейчас поближе покажу. Как будто из плетеного материала. Вот. Это для кукольной миниатюры. Ой, если YouTube не исчезнет, я вам потом покажу, для чего я их использую. Вот. Мне очень понравилось. Там были трех цветов. Розовые, по-моему, коричневые и вот такие вот песочные. Мне показалось, что песочные будут логичнее для плетенки. Вот. Дальше. Тоже 15 октября заказывала. Пришло 13 ноября. Стоило 41 рубль. Так, это тоже тарелочки другой формы. Кругленькие. Все, еще одни будут, третьи. Все три посылки от одного продавца из разных упаковок. В общем, вот такие кругленькие. Очень миленькие, с рисунком тоже. Ну, думаю, видно. Такие класснючие, розовенькие. А эти тарелочки было только два цвета. По-моему, розовые. А, нет, вообще один цвет только розовый был. Вот, значит, что еще дальше из маленького? Так. Так, тут неприличная посылка. Ну, в общем, это я для прикола взяла. Ну, не знаю, показать, не показать. В общем, я не знаю, буду ли ее использовать. Просто взяла для прикола. Заказывала 15 октября. Пришло 13 ноября. Стоило 50 рублей. Вот. Это форма, вырубка для печенья. Ну, даже не знаю. 18+, просто 18+. Вот такое вот. Это я взяла для прикола, то есть это, ну, не знаю, буду ли я ей в реальности пользоваться, просто, просто взяла для прикола. Так, дальше. Дальше вот тут вот разочаровашка. Заказывала 17 октября, пришло 14 ноября, стоило 88 баллов. Не рублей, а баллов. Это наклейки handmade. Вот такие вот. Они, во-первых, все мятые пришли. А, во-вторых, здесь получается 4 5 20 штук. В объявлении было написано 40 штук. То есть, где еще одна штука потерялась, я не знаю. И по-прежнему, кстати, сейчас я смотрю... в этот самый в объявлении, то есть до сих пор висит информация, что их там 40, но продают 20. И я уже писала об этом, и ни денег, ни баллов мне не вернули. Вот, пока что так. Ну, как бы не вернут, и ладно. Но просто обидно. Вот. Дальше, значит, заказывала 17 октября, пришло 26 ноября, стоило 106 рублей. Это такой агрегат, типа чистить уши. Но я решила рискнуть, заказать его, и, может быть, если не получится с ушами, то для чего-нибудь другого. Вот. И здесь идет сам аппарат, и, по-моему, что-то около 50 сменных насадок. В общем, что-то в этом духе. Или... Нет, не 50. В общем, 20, что ли, сменных насадок. Сейчас открою. Вот так выглядит просто аппарат сам. Это пластик. Ну, такой достаточно плотный. Хороший, качественный. Вот так называется. Вот, и, собственно, сюда вставляется насадка. Давайте одну возьмем.
Достаточно просто. Вот сама насадка, она такая силиконовая, основание у нее пластиковое. И сюда вставляем. Здесь стрелочка есть, куда нужно крутить, вращать. Так она не выскочит, то есть она в ухе не останется, она довольно плотно сидит. Вот. И здесь еще есть а-ля инструкция, что, в принципе, похвально. Вот, вверх ногами. Вот такая инструкция есть. Ну, правда, все на китайском, но по картинкам можно разобраться. Вот. В принципе, я осталась довольна, даже если я им не буду пользоваться по назначению, если ничего не выйдет с этим агрегатом в плане там чистки ушей. В принципе, я уже придумала, куда я могу эти штучки использовать. Вот. И еще одна посылочка у меня. А, еще две посылочки. Одна посылочка. Я вам попозже покажу, вставлю. Даже нет, наверное, в следующем влоге покажу, как это все выглядит на деле. Подошло или нет. Вот такая. Значит, заказывала 26 сентября. Сентября. Пришло 19 ноября. Получается, полтора месяца шло. Стоило 112 рублей. Это вот такая вот штучка. Это у нас... Ой, боже, как это называется? Такая насадка, чехол на руль автомобильный, чтобы, допустим, зимой не мерзли руки. Вот. У меня у мамы очень сильно мерзнут руки, на руле. Ну, запах, кстати, такой нормальный, не противный, вполне естественный. Вот. В общем, я выбрала серебряный такой цвет. Сейчас, как бы вам показать, вот серебряный. А там были разные: черный, красный, синий, зеленый, розовый. В общем, мне понравился серебряный. И он вот довольно-таки сильно растягивается, то есть надеть его можно. А с изнанки какой-то такой материал очень плотный и как будто бы просинтепоненный, что ли. То есть он тоже тянется. Вот. Швы все очень аккуратненькие, ничего я не могу сказать, что там что-то некачественно, все очень качественно сшито. Мне очень нравится. И в следующем влоге, когда я его натяну, покажу вам, как это выглядит. Вот. И последняя посылочка, которая у меня тоже была за баллы, которую я очень давно жду, ждала. Значит, она стоила 680 баллов. Это прям, блин, очень много. Шло ровно месяц. Заказывал 26 октября. Пришло 26 ноября. Вот. Упаковано, кстати, очень хорошо, несмотря на то, что само это средство в коробочке. То есть была еще такая мягенькая штучка. И, собственно, здесь у нас корейская вода. Ну, ее не надо пить, это для ухода за лицом. То есть это такой тоник, которым снимается косметика, либо просто тонизируется лицо там после того, как вы пришли с улицы, да, вы протираете, и чтобы убрать пыль, как бы очистить поры. Вот, он в пленке, я еще не распаковывала. Вот видите, он запечатанный весь кругом. Ну, давайте с вами вместе распакуем. Потому что, ну, он чуть-чуть только помялся, вот здесь немножко. В принципе, очень такая вещь классная, и я отзывы на него читала, слышала, тоже все довольны. И мне кажется, если человек увлекается вообще этой темой, то можно подарить вот в качестве подарка вообще очень классную вещь. Так, сейчас. Очень качественно запаковано. Так, кстати говоря, пока я распаковываю, по поводу закрытия Ютуба, там вот мне писали в комментарии, что еще же есть Инстаграм, еще же есть там ВК, Фейсбук и прочее, прочее.
Кстати, пока я распаковывала, оторвалась пленка от самой коробки. Вот, на самом деле, если закроют YouTube, то Facebook, а соответственно Instagram тоже автоматически закроются, потому что Instagram принадлежит Facebook, а Facebook это американская социальная сеть. Так что мы со всех сторон. Да. Вот. Вот такая штука. И, кстати, немножко протекла. Ну, блин, вот почему я не люблю у китайцев заказывать косметику, потому что все протекает. Коробка прям мокрая внутри. Вот, и руки у меня влажные. В общем, вот такая коробочка. Здесь все на неприлично корейском языке. Если что-то удастся прочесть, буду как бы только рада за вас. И вот здесь вот на крышечке тоже название. Вот. И, собственно, флакончик был чуть-чуть открыт. Вот я чем не люблю, тогда сыворотка под глаза тоже протекла. В общем-то, флакон мокрый. Вот так вот выглядит. Ну, красиво, красиво выглядит. Он небольшой, получается, здесь 100 миллилитров. Вот, ну, очень такой он классный, и многие, я там читала отзывы, многие, ну, процентов 90, кто очень доволен, и многие девочки, кто вот там бьюти-блогеры, они даже писали, что заказывали, после этого, когда он уходил из продажи, они искали, где его можно заказать, вот, ну, там, от производителя, например. Вот. Так что будем пробовать. Может, и хорошо, что он небольшого размера, потому что если вдруг не понравится, да, он быстро кончится. Вот, закончим с вами с распаковкой на этой позитивной ноте. Увидимся в следующем влоге. Не скучайте. Я надеюсь, что YouTube не закроют, и мы с вами увидимся уже очень скоро. Пока-пока.